Что такое валютная пара? Что такое валютная пара? Валютной парой называют две валюты, которые участвуют в сделке по купле или продаже. В валютной паре выделяется базовая валюта и валюта котировки. Например, в операции «Рост доллара США против евро» используется валютная пара евро-доллар. При этом евро – это базовая валюта, а доллар – валюта котировки. На динамике изменения взаимного курса валют вы можете зарабатывать, например, купив евро за доллары и продав евро после повышения его курса. Это основной принцип заработка на рынке Форекс. Подробный видеословарь терминов смотрите на сайте maximarkets.ru. Зарабатывайте на валютном рынке Форекс с компанией MaxiMarkets. Помните, всегда есть валюта, которая растет. MaxiMarkets – единственный международный брокер, входящий в Ассоциацию российских банков и в Ассоциацию региональных банков России. Аналитику от MaxiMarkets используют порталы Вести Финанс, Банкир.ру и другие лидеры финансового рынка. Торгуйте с профессионалами. Регистрируйтесь на сайте maximarkets.ru.